Ваня Волкин. Сегодня это игры 4. Сегодня мы не в Майнкрафт играем, а в котята, которым они с Расселом шумят. Бои. Это у них такие бои, короче, интересные. Давайте мы все посоревнуемся. Вот мы и мой друг Олег тоже будет играть. Я нашел эту игру во всех играх. Она очень интересная. Давайте я почитаю, что он говорит. Тебе идет, давай попробуем выиграть новый титалит для твоих машин. Давайте посражаемся. Бума, ты не управляешь машиной, а она сражается автоматически. Твой я задача, как и инженера, построить лучшую боевую машину. Нажми, чтобы смотреть. Интересно, моя тачка выигрывает эту тачку. Ну хотя крутая, крутая, но можно. Победа. Твоя машина победила. Отлично начало карьеры. Забирай свой первый ящик с деталями, они тебе очень пригодятся. Я в эту уже игру играл, только на телефоне. А здесь хотя бы было турнир несколько раз. Ну, это уже другая игра. Мы читать не будем. Приоставьте. Давайте зайдем в машину. И какую нам мы хотим? Я бы себе вот эту взял. Вот эту взял. Так, два рубля. Я бы себе вот такие трейлеры сделал. Не знаю. Ладно, давайте ставить лучше нашу большую тачку. После того, может, она поехать не может, то как поехать будет? Давайте посмотрим, что дальше. И у меня есть еще кое-что для тебя. Ладно, давайте продолжим, что он там говорит. Возьми эту наклейку, она сделает твою машину особенной. Конечно, мы возьмем эту, потому что там очень мне другая проблема. Я уже забыла. Давайте посмотрим. Вот легче всего победить эту трейлер, потому что она крутая и очень посмотрим. Вот теперь все нормально играть. Если честно. Вот эти мы его уже побеждаем. Thank you.
Мы побеждаем уже. Круто, правда? Чем? Хочешь попасть в стиле? Мой друг коллег уже тоже играет в телевизор и сражаться в финале. Я записал тебе на первый этап чемпионата. Я сейчас, если вы хотите узнать, что Олег реально есть. Олег, ты тут? Да. И почему кот узнал мое имя? Я тебе сказал, я Олег. Короче, я хочу сказать, у меня есть подруга под названием Аня. Она тоже крутая, она тоже играет в игре. Давайте посмотрим. Это... Ну давай будем с первым этапом. Это ты участвуешь в соревнованиях. Есть несколько способов победить в этом этапе. Мы попробуем одержать победу в серии боевых боев. Пока-пока.